Грибной суп из шампиньонов с гречкой – это простой, но в то же время очень вкусный суп, который отлично разнообразит ваш повседневный рацион. Берите на заметку рецепт. Когда надоедают борщи и однообразные супы, то хочется чего-то новенького. Сегодня предлагаю рецепт грибного супа. Для приготовления грибного супа с шампиньонами и гречкой понадобятся самые простые и доступные ингредиенты. Готовится такой суп очень просто и быстро. С ним справится даже неопытная хозяйка. Грибной суп получается очень ароматным, насыщенным, легким и сытным одновременно. Перед подачей суп можно посыпать свежей зеленью, тогда он будет выглядеть еще более аппетитным. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления грибного супа. Картофель очистите, нарежьте и выложите в кипящую воду. Гречку хорошо промойте и добавьте к картофелю, варите на среднем огне 10-15 минут. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке, грибы хорошо помойте под проточной водой, на разогретую сковороду с растительным маслом выложите овощи и грибы, жарьте все до готовности. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Жареные грибы с овощами выложите в кастрюлю, посолите и варите еще 15 минут. Грибной суп из шампиньонов с гречкой готов, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Картофель, 3 штуки. Гречка, 80 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Морковь, 1 штука. Грибы, 250 грамм. Растительное масло, 2 столовые ложки. Соль, 1 чайная ложка. Количество порций, 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Друзья, жду вас снова.